Здорово всем. Опять батька Неман. Только немножко другой район и другие локации. Едем с рыбалки, открывали сезон и решили заехать по пути. Короче, где-то между Дятловой и Лидой. И наткнулись, короче, вот на такую вот стройку. Тут ребята, походу, тут строят новый мост. Короче, все разбомблено. И вот такую штуку прикольную придумали. То есть давно я не видел, чтобы ремонтировали мосты. Таким образом, короче, набивали свай. И увели основную струю от берега. То есть, по идее, вот так вот вдоль берега должна быть. Тут, где мы стоим, это должна быть река. А струя уходит прям от берега и к середине. Сейчас пойдем посмотрим. С той стороны, по идее, по течению ниже должна быть обратка. Вон там даже кто-то ловит. Сейчас пойдем посмотрим. Пошли, Андрю, посмотрим. И по идее, должна быть какая-то прикольная локация. Для того, чтобы тут заседать с фидером. Что всякие вот такие стройки, когда мосты строят, меняют рельеф, меняют течение, это всегда есть прикольные перспективные точки для ловли. То есть рыба тут собирается, потому что получается аномалия. И, в принципе, скапливается корм. И держится, о, какая обратина, блин. Слушай, какая прелесть. Это вот основная фарватерная струя уходит вон дальше, получается. Вон малек даже ходит, мелкая рыбешка. Это вот отсюда можно садиться прямо за братину, вот так вот кидать. Если не погонит никто, конечно. Класс. Воды, конечно, много. Реально такой весенний уровень хороший, красивый. Сейчас я даже покажу вам. Вон какой паводок. То есть так гонит серьезно воду. А тут вот так. Вот здесь вообще-то тут на удочку, блин. Или вот на закидуха что-то стоит. То есть тут достаточно прикольно так. Мне нравится, слушай. Ну вот он, весенний уровень, затопленный берег. О, какая обратина здоровая с этой стороны. Здесь должна быть, тут должен лещ держаться, все должно держаться. Но это немножко не сейчас ловить надо, а чуть позднее, ближе к маю, когда начнет вода падать. Что все-таки многовато воды. Но рыбка гуляет. Рыбка гуляет. Вот здесь отсюда садишься. Коса вот эта, она вся. Опустится уровень воды. И прямо вот тут будет берег. Можно будет ловить. В общем, обратно. Стоячая вода и глубина сразу. О, какие прикольные места. Обалдеть можно. Красота. Все-таки техногенные эти вещи, рукотворные, периодически порой творят чудеса. Можно смотреть. В плане рыбалки на такие места классно. Пошли, Андрюх, дальше сходим, еще посмотрим. О, какая тупозавость получилась. Это раньше берег тут был. Они насыпали. Получилось тупо стариться. Спокойно можно садиться на поплавочку, ловиться и не заморачиваться. Тут или не карась, то все будет держаться. Лещ. Тут кто-то приехал. Вон какая яма хорошая. То есть основная струя уходит, а тут получается огромная-огромная братина. Ой, как классно, слушай, тут вот, правда, не сейчас это надо здесь ловить, а когда вода упадет. Все-таки водички немножко многовато. О, какая, смотри, слушай, а я тут и не был ни разу. Какая красота. Думаю, человек ловит, походу, наверное, на удочке. Вот травы, все, вот травы затоплены, это все паводковое. Вот когда это все окажется на берегу, когда упадет вода, тут будут офигеннейшие. О, щука не рестится. Прогнал щуку. Щучку прогнал. Офигеннейшие локации будут. Блин, тут с Андрюхой надо сюда с фидером приехать будет.
Вообще тут вода, когда вода упадет, тут пушка просто. И с той стороны тоже такая же получается обратина будет. Но тут немножко рельеф поменяется, когда вода упадет. И будет еще медленнее течение. Слушай, ну классно. Вот так вот мы забрели. А тут нерестилище классное будет. Скоро вся рыбка белая будет тусоваться. Что мелко? Коряшки, травичка, кустики. Все как положено. Блин, вообще бомба. Ну, интересная локация. Так что, народ, мотается на ус. Если кто-то впервые меня приедет проверить, то отпишитесь, что тут делается и ловится ли, в принципе, что-нибудь здесь. Ну, реально, потому что очень перспективно. Вот для фидерной рыбалки тут рыбы должно быть, по идее, ого-го сколько. Вот такая вот, короче, локация. Новый мост. Ну, старый мост и новый мост строят. И, короче, изменили они рельеф реки, увели течение дальше. И тут будет, ну, немножко позже, не сейчас. Сейчас, конечно, воды тут еще многовато. Вот это все, когда окажется на берегу, вот тогда сюда можно ехать. Сюда к маю, наверное. Тут и лещ, и ясь, все будет. Ну, класс. Батька Неман в своей красе. Так что вот такая вот вам еще одна внеочередная экскурсия на реку. Вот с той стороны тоже, где до свай. Вот там практически стоячка. Можно садиться с фидером и бросать на границу. Стоячие воды и течение. Короче, пушка. И с этой стороны вот здесь можно садиться. Тоже получится обратка. Вот тут прямо. Ну, слушай, классно. Вообще прикольно. Ладно, все. Место сдал. Едьте ловиться, но только не забудьте отписаться по результату. Увидимся.